привет, всем доброе утро. Сегодня 102 выпуск, и погодка, конечно, сегодня такая, что, если честно, даже не хотелось под одеяло вылазить. Но утренняя рутина есть утренняя рутина, ее необходимо что? Правильно выполнять, несмотря ни на что. Что мы будем с вами делать сегодня? Пообщаемся с вами на тему, как зря не тратить время и вообще о ценности времени. Также поставим цель на день, позанимаемся спортом. Ну и что, друзья, счастья, здоровья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, погнали! Так, друзья, время. Время – это самый ценный ресурс, который только может быть в нашей жизни. Если мы потратим наше время впустую, то мы никогда в жизни его обратно не вернем. Именно поэтому я хочу поделиться своим опытом, своим наблюдением, как продуктивно проживать свою жизнь, как продуктивно проводить время и как его просто-напросто не сливать. Поэтому поехали по пунктам. Первое. Время – это единственное ограничение для абсолютно любого достижения. И перед временем мы все до единого равны. Второе. Потерять впустую время, это по сути означает потерять впустую жизнь. Если ты себе сейчас отдаешь отчет, что ты тратишь свою жизнь попусту, то ты это время обратно не вернешь. Тебе необходимо срочно сейчас что-то делать. И чем раньше ты начнешь заморачиваться над этим вопросом, тем проще тебе будет потом. Самый простой путь продуктивно проводить свое время – это найти свои сильные стороны и создавать фундамент действий на своих сильных сторонах. Как найти сильные стороны? Я снимал ролик и приглашаю тебя к просмотру данного ролика. В правом верхнем углу появилась ссылка. Переходи, смотри. Посмотрев ролик, ты поймешь, как можно найти свои сильные стороны. Третье. Самый главный выбор, который ты когда-либо совершишь, это как использовать свое время. Чтобы продуктивно использовать свое время, у тебя должно быть видение, представление и план действий четкий, прописанный. Как создавать план действий, как создавать план проекта, я также записывал ролик и приглашаю тебя также к просмотру. В правом верхнем углу нажимай на ссылку, переходи, смотри, и ты поймешь, как создавать свой мастер-план, следуя которому ты добьешься абсолютно любого результата. Друзья, давайте подытожим. Время – это наиболее ценная вещь для любого продуктивного человека, который стремится к обретению счастья в жизни. Так, друзья, движемся дальше. Сейчас будем отжиматься, подтягиваться, заниматься на брусьях, ставить цель. Погнали дальше. Друзья, добрались до отжиманий, сейчас отжимаемся первый подход 50 раз, второй подход минимум 20, там если есть возможность у тебя также давай отжимайся, как я уже говорил, даже если 5 раз отожмешься, ты будешь сегодня лучше, чем вчера на целых 5 отжиманий, а то может и на больше. Круто, да? Погнали! Еле отжался 55 раз, реально 55 раз еле-еле сделал. Фух, так, минуту отдыхаем, и как всегда, второй подход на минимум 20. Подход отжался 26 раз, еле-еле, так как всегда, стараюсь 2-3 раза последних сделать через силу. Вот, едем дальше, отжимаемся на подтягиваемся на турниках, отжимаемся на брусьях и ставим цель на день. Погнали!
моя цель на день на сегодня — это выложить 40 текстов на сайт. Копирайтер дописал текста, мне необходимо их выложить. Вот. А вам, друзья, желаю удачного дня, приятного аппетита, доброго утра, спокойной ночи. Кто чем сейчас занят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, если есть какие-то мысли, для меня это очень важно. Также подписывайтесь на Instagram, ссылка здесь и ссылка в описании. Вот, мы там ставим каждый день цели, так что, друзья, подключайтесь. Вот, а так, пока-пока, до завтра.